Я вызываю на дебаты Касым-Жомарта Токаева, премьер-министра, министра энергетики, руководителя КИГО и любых экспертов в самом широком составе. Еще раз, будет очень корректная дискуссия в прямом эфире. Мы будем оперировать цифрами. Мне сложнее, потому что я оперирую только публичными данными, но я очень хорошо знаю нашу энергосистему. Поэтому я по этому поводу не переживаю. Сейчас у правительства есть шанс сказать, что Мухтар Аблязов не профессионал, он уже отстал, и все это вам продемонстрирует в прямом эфире. Поэтому я вызываю на дебаты Касым-Жомарта Токаева и всех тех, кого я перечислил, чтобы они доказали всем вам, что атомная станция якобы нужна. А я докажу, что она не нужна, что у нас избыток. Вот мне спрашивают, нет дефицита, откуда вы знаете, сидя где-то в Париже. Друзья, сейчас мир изменился, загуглите и прочитайте. Прям там есть отчеты министерства, есть отчеты КИГОК, есть отчеты различных аналитических служб. Вы просто гуглите. 24 тысячи мегаватт установленная мощность, располагаемая 20 тысяч, потребляемые часы пик около 17 тысяч мегаватт, избыток 3 тысячи мегаватт. И даже если это считать не избыток, что там есть проблемы, что не в определенное время какие-то станции не могут работать, требуется ремонт и так далее, все это показывает, что как такового дефицита у нас нет. И еще, в качестве аргумента говорится, что мы когда покупаем этот необходимый дефицит в России, мы покупаем по 23 тенге. Небольшой объем, буквально на несколько часов не хватает пиковой электроэнергии. Вопрос, а почему мы не хотим покупать у них по 23 тенге, а хотим построить станцию и покупать за 60 тенге? Задумайтесь. То есть мы сейчас покупаем 23 тенге, такая вот не устраивает, мы, говорит, построим атомную станцию и будем покупать за 60 тенге. Где экономика? Даже мы отодвигаем в сторону риски, опасность, что взорвется, она железно взорвется. Зачем покупать электроэнергию за 60 тенге, когда сейчас Россия продает по 23 тенге? А, наверное, мы говорим, что вдруг Россия вообще отключится. Я вам хочу сказать, торговый баланс России у нас около 20 миллиардов долларов, и мы больше импортируем, чем экспортируем. Где-то приблизительно на 10 миллиардов долларов. Ну, почему бы нам тогда не покупать товары в России, стараться, чтобы мы сами это производили? Мы же не переживаем. В России мы хвастаемся, что торговый партнер номер один и так далее. И мы больше импортируем, чем экспортируем. Почти на 10 миллиардов долларов. А тут на какую-то небольшую сумму мы берем, на несколько часов электроэнергии платим. Мы, оказывается, переживаем и теперь не хотим покупать по 23 тенге, а давайте купим за 60. Понимаете, ни экономики нет, вообще ничего нет, никакого обоснования, чтобы брать электроэнергию, строить атомную станцию.